Как же долго я тебя искал! На сцене спектакль по одному из самых известных рассказов Антона Чехова «Каштанка». Трогательная история о маленькой рыжей собачке, которая потеряла своего хозяина и хочет его найти. Бессмертное произведение с удовольствием читает и делает для себя выводы не одно подрастающее поколение. Мне очень нравится творчество Антона Павловича Чехова. Я читала очень много рассказов его кратких, к примеру, «Каштанка», «Дом с мезонином». Я считаю, что это очень важно проводить такие вечера в память Антона Павловича Чехова, поскольку мы вспоминаем его рассказы и вообще чтим его память. В Самаре с особым чувством отмечают юбилей классика. Специально к круглой дате ученики 6 школ подписали поздравительные открытки и отправили их в музей Чехова по всей стране. Это придумали дети, экскурсоводы, которые знакомы с творчеством великого писателя и постоянно следят за состоянием сквера. Празднование продолжилось в сквере, названном в честь Чехова. Здесь же установлен памятник писателю. В конце 19 века Антон Павлович оказал большую помощь самарским голодающим, жертвуя средства сам и организуя благотворительные мероприятия. Тогда он спас 20 тысяч детей. Распространенную научную версию о том, что Антон Чехов не был в городе-курорте, опровергают воспоминания жены классика Ольги Книпер-Чеховой. Она писала о том, как в 1901-м после свадьбы они путешествовали по Волге, а возвращаясь в Ялту домой, пароход остановился в Самаре. В настоящее время все мы знаем, что читают мало, особенно школьники, что они увлечены более современными технологиями. Но вот таким образом мы пытаемся их заинтересовать. Разные арт-объекты вот такого просветительского характера привлекают к себе внимание и приобщают детей к литературе, к русской культуре. Празднование юбилея писателя завершилось возложением цветов к памятнику. Также у школьников было домашнее задание – сделать флажки и плакаты с цитатами Антона Павловича. Победитель получил приз – записную книжку. Мария Елчан, Константин Головин, «События».